Всем привет! Сегодня хотел бы показать один из способов, как быстро очистить Норландию. Ну, в данном случае это идет речь про 4 звезды, да, как бы. Сейчас, соответственно, идет событие с сундучками и нежитью внутри. Нужно будет ее как можно быстро убить. В данном случае человек будет убивать через Аврил. Скажу сразу, что это не мой аккаунт, мне просто прислали видео, поэтому качество, к сожалению, будет не самое лучшее, но здесь прекрасно видно, что есть топовая аврилка, она справляется очень быстро со всем этим делом. Единственное, что есть прикол в том, что должна быть, соответственно, вкачанная ветка в мастерстве героев. Ну и сама в себе аврил довольно сильная, плюс сет с Дрейк стоит в нее. А так, на самом деле, я пробовал свою, она примерно такая же, убивает чисто за счет обилки. И могу добавить от себя, что если у вас где-то 79 тысяч пыли этой, которая, ну не пыли, а листочков, вам просто их банально не хватит, этого мало. Я попробовал, и без обилки она, соответственно, не добивает. Обилка идет та, где процент потерянного здоровья в секунду, там, по-моему, 9%, что ли, или 6%, или типа того, по-моему, 9%. Где даже большую роль не дракон играет, фактически, все-таки, да, как бы, а сама аврилка, она при контакте с любым врагом его воспламеняет от магического урона, соответственно, как бы. Сейчас, в принципе, человек промотается, покажет, будет понятно. Я проходил сам с Норой, потом чуть попозже залил варианты, как пройти с Норой. Строй примерно такой, с бронзы опять-таки будет быстрее, ну, либо можно использовать все-таки не бронзу, а скелетов синих. Я бы, в принципе, их попробовал использовать. Ну, вот видите, да, как бы тут обдолбанная ветка практически в хлам просто. Поэтому неудивительно, что довольно быстро. Единственное, что все остальные ветки не очень вкачаны, но этого на самом деле хватает. Всем спасибо за просмотр, всем пока. Кому видео понравилось, ставьте лайки. Присылайте, если у кого-то есть что-то такое же интересное. Будем постить. До свидания.